На палубе авианосца «Америка» торжество. Президент героев награждает. А Гена наш на перископную глубину поднимается, глазки ему свои показывает и телеграфирует открытым текстом. Рада, мол, за вас, и все такое. Вся Америка потом на ушах стоит. Буй. Радио буй, что же еще? Американский? Американский, так точно. Там много чего понапихано. И золото, и транзисторы всякие. Разрешить приступить, товарищ командир? Валяйте. Давай. Самоликвидатор. Точно? Так точно. Как рванет. Ой-ё. Пихнуть его под попку и пусть болтается. Товарищ командир, так если его не вскрывать, мы с ним хоть год проходим. Значит, вернемся на базу и разберемся. Только при нем чего бы лишнего не сболтнуть. Там микрофон сверхчувствительный. И все передает прямо в Штаты. Точно? Так точно. Все вниз. Дорогие американские друзья, распушите свои локаторы, прослушайте бесплатное приложение к нашему телеграфу. Красную облупленную культяпку вам всем на воротник, в чугунном исполнении от советской власти, чтобы подворотничок не пачкался и башка не болталась. А теперь маленький концерт силами экипажа. Клюк!